Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Лилия Горопаха, и я рада приветствовать вас на моем канале. В этом видео-мастер-классе мы с вами продолжаем делать украшения на голову для наших девчушек, и сегодня мы с вами сделаем очень оригинальный обруч с вот такими цветочками. Ссылочки, как делать эти цветочки, я оставлю в инфобоксе под этим видео. Ну, а нам сегодня понадобится еще ленточка. Лента из органзы шириною 4 сантиметра. Также тесьма из полубусин в ромашечку. Конечно же, сам обруч, ножницы, иголка с ниткой и клеевой пистолет. Хочу заметить, что если у вас нет такой органзы, у меня, как видите, она с атласным краем, но вы можете взять обыкновенную органзу или же фатин. Все в ваших руках. Итак, приступим к работе. Итак, прежде всего мы берем нашу органзу не отрезную, и теперь нам нужно сложить складочку. Первую складочку мы загибаем и потом накладываем другую складочку одну на другую. Затем берем иглу с ниткой и начинаем прошивать по серединке. Дошли до середины складочки и опять такой же величины загибаем складочку. И опять подшиваем. И так дальше. Итак, мы складываем таким образом наши складочки той длины, на которую вы хотите, независимо от величины обруча. Итак, когда вы стянули, сделали вот такую рюшечку красивую, она у вас должна получиться приблизительно 38-39 сантиметров. Теперь нам нужен обруч и клеевой пистолет. И нам нужно посередине подклеить на наш обруч. Обруч у меня шириною 1, даже 0. 8 сантиметра шириною, можете брать узенький, и мы начинаем подклеивать посерединке. Так как органза прозрачная, оно хорошо видно, где идет ваша строчка, и по этой строчке мы подклеиваем обручу нашу полосочку стянутую. Итак, у нас получился вот такой вот красивый обруч. Теперь нужна наша тесьма из полубусин, и нам нужно подклеить опять же таки посерединке эту тесемочку. Так она у нас получается. Теперь, не доходя до конца, нам нужно установить наши цветочки. Итак, у меня они будут расположены сбоку, чуть-чуть, как бы не по центру совсем, не на макушке, а немножечко сбоку. Итак, мы крепим наш цветок. Вы можете оставить и с одним цветком, оно уже будет оригинально смотреться, но тем не менее я хочу немножечко оживить белый цвет и добавить еще вот такие цветочки. Оно совершенно будет выглядеть по-другому. Вы, конечно же, делаете все по вашему желанию, на свое усмотрение. Thank you.
Итак, дорогие друзья, вот такой обруч на сегодня у нас с вами получился, и мне остается лишь примерить его на мою помощницу Настену. И вот так он будет смотреться на головке. Посмотрите, какая красота, не правда ли? Очень нежно и как раз для наших маленьких модниц. На этом, дорогие друзья, я закончу свой видео-мастер-класс. Если вам был он полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Делитесь такой идеей и такой красотой со своими друзьями. А я желаю вам творческих успехов и до новых видео-мастер-классов. Всего вам доброго! Thank you.